Мы идем с Сарой в спортзал. У нас, представляете, неделя каникул, потому что День Благодарения в Америке. Сара не будет ходить в школу, даже на кружки, на коньки, ничего. И никуда. На этой неделе ничего не работает. Все, выходные, люди гуляют. Америка вся гуляет. Я даже не представляю, что делать нам целую неделю. Знаете, скоро будет Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. И один день, и потом будет мой день рождения. Да, у Сары будет день рождения 24 ноября. Вот. И еще мы на этой неделе поедем в Орландо на мероприятие, про которое я вам рассказывала. Кстати, мне нужно найти платье, так и не нашла. И мы идем в спортзал, потому что Сара не в школе, я обычно хожу в спортзал, придется ее брать с собой. Буду приучать ребенка к спортзалу. Она такая активная. В общем, доброе утро всем. У нас сегодня в гостях подружка Сары. Меня зовут Кристина. Кристина. Скоро у меня тоже будет канал, но как бы... Да. С ним пока тяжело. В общем, у них вот занятия на вечер. Кристина у нас ночевка остается. Собирают лего. Саре прислал папа на день рождения. Ну, вроде как на день рождения. Подарок. Это лего Гарри Поттер. Вот такой набор. О, вот тебе чемодан. С машиной, с деревом, со всеми делами. И здесь Гарри Поттер, Гермиона, в общем, все персонажи. Смотрите, что я приготовила. Это проросшие бобы. Тофу, все это немножко с чесночком, соевым соусом и маслом. Еще трава кинза, можете не добавлять. В общем, я такое очень люблю, азиатское. И можете перец добавить, в общем, по желанию. И все это на сковороде пожарила буквально 10 минут. Я хочу показать вам мои новые часы с браслетом от Daniel Wellington. У меня уже такая большая коллекция этих часов. И я вот снова заказала себе новый, потому что браслет новый вышел. Посмотрите, какой. У меня есть такой в серебре. Этот вышел розовое золото. Наборчик идет вот с такими часиками. Хочу вас порадовать. У них сейчас сумасшедшая акция Black Friday с 21 по 26 ноября, где с моим промокодом вы можете купить продукцию минус 50%. И еще минус 15% уже на окончательный ваш заказ, на оставшуюся сумму заказа. Представьте себе. То есть Black Friday, он везде Black Friday. Мы приехали в Nordstrom, который расположен в International Mall. Пальмы как в Лос-Анджелесе. Мы на этот раз приехали с Юлей искать платье на вечеринку. Поступили комментарии, что зачем я ищу вечернее платье на детское мероприятие. Дело в том, что это мероприятие, именно когда нужно платье надеть, будет вечером. И это будет, как сказать, презентация. И нужно быть в элегантном платье, потому что нам сам организатор сказал об этом. И я же не просто так это придумала. Многие начинают сразу критиковать, зачем, да почему. Необоснованно. Смотрите, какой металлик, секси. Выбрала это платье, но оно мне не подошло, потому что слишком все обтягивает и видны, знаете, все дефекты фигуры. Не люблю такие платья, которые не подтягивают. Все облипает, животики, там целлюлит. А так красивое такое розовое шампанское. Сара. Мы вышли из Nordstrom, потому что ничего там не нашли. Опять зашли в Dillard's и здесь... Здесь как тебе, Юля, платьюшки? Всем привет. Тут большой выбор, но очень много платьев для взрослых женщин. Да, я тоже так считаю. Взрослее, чем я чувствую себя. Короче, у нас какая-то проблема с платьями. А вот это ничего такое. Видите, на что меня тянет? Я вам уже говорила, мне только блесточки да пайетки подавай. Я вроде нашла платье, которое хотела. Буду мерить либо бежевое, либо черное. Но это 6 размер, это 8. Я не знаю, какой мне подойдет. Черного нет, 6. Хочу показать, что так как день Сара, отойди. Так как день благодарения и, в общем, зима, везде тыква с корицей, везде. Они в кофе, и пироги, и блюда у них тыквенные появляются. В общем, Рождество скоро, и песни вокруг рождественские.
Ой, ребят, я купила на вечеринку такие классные шмотки в Nordstrom. Покажу сейчас юбку. Кофту потом на себе покажу, как смотрится. Смотрите, юбка под кожу змеи. Это эко-кожа, да. Под кожу змеи. Юбочка под кожу змеи. Это эко-кожа, да. Она удлиненная, на завышенной талии, с вырезом потрясающим. Всем привет! А мы вот такие красивенькие привет, собрались привет. На вечеринку. Downtown St. Pete, там раз в год проходит лаунж, что-то там такое. Chill lounge, mm-hmm. Очень крутое мероприятие. И мы вот нарядились. Смотрите, mm-hmm. какие мы красотки. Такие. Уже похолодало. Да, похолодало. Я переживаю, что я не взяла куртку. Зато Юля в сапожках вот такие вот секси. Mm-hmm. Так да. Что я не замерзну. А я вот, наверное, замерзну. Какая красавица тут. Красота необыкновенная. Вообще необыкновенная. Thank you. Thank you, sir. Как ты мать, я знаю себя. В общем, ребята, представляете, как мне повезло. У Юли с Клеем были VIP-билеты, а у меня простой билет. И я говорю, что вот я с ними, они говорят, окей, тогда вы тоже VIP. И все, а здесь all inclusive, то есть вообще, смотрите, сыр. Как такой красивый, не запустить VIP-билеты. Да, 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 он бы не попал в рай. Да. Сара занимается теперь другой программе. Как называется программа? Сара, помнишь? Clever. Открываете Clever, и здесь разные приложения, разные занятия. На какую тему? Читать, писать, да? Математика, химия. Movie of the week. Турки. Movie of the week. День благодарения, потому что поэтому такая тема. Thanksgiving. Thanksgiving. Is any more. Maybe the pilgrims didn't eat pizza during Thanksgiving. The pilgrims didn't have tomato sauce. Так, у нас здесь много посылок, которые мы хотели вам показать. Здесь, да, кстати, вот подушки я вам не показывала. Мне приехали к салону моему. Помните, я заказывала чехлы для автомобиля на сиденье. Вот приехали ко мне еще и подушечки в салон. Сара часто засыпает, очень удобно. Либо под поясницу класть. Ссылки на все оставлю под этим видео. Давай, открывай вот эту. А здесь у нас календарь, адвент-календарь от Люмене. Дорогая Евгения, Люмене дает вам свой уникальный адвент-календарь. Надеюсь, что весь декабрь вы будете пользоваться нашими бестселлерами. Вот такой адвент-календарь. Я знаю, откуда вот эта коробка. Она приехала к нам из Атланты. Ее прислала для нас, Сара, с тобой моя зрительница Леночка, которая живет в Атланте. Мы с ней очень давно переписываемся. Она мне уже подсказала вообще во многих вопросах, что касается Америки. И дело в том, что у нее чайный гриб камбуча есть. И я говорю, я хочу тоже такой гриб, где его взять. И она говорит, я тебе его отправлю. И помимо чайного гриба, как вы видите, она тут еще кое-что передала. О, Сара! Смотри, да я вообще в шоке. Но тут написано, что to Sara from Lena. Это, видимо, подарок на твой день рождения, который будет вот сейчас в ноябре. Ты будешь сейчас раскрывать или на день рождения? Сейчас. Давай на день рождения. Подождешь? Нет? Так, раскрываем. Посылочка от моей зрительницы Лены. Первый подарочек.
Лена, спасибо тебе огромное. Очень приятно. Тут у нас какая-то липбалм лаборатория. Ого! Это создавать помады. Самим делать. Вау! Липбалм лаб. Вообще просто космос. Давай посмотрим поближе. Представляешь, тут можно создавать помады. Собственный наборчик. Никогда такое не видела. Так, интересно. Будем все это делать до Сариного канала, да? Блокнотик. А это что? Блокнотик. Какой красивый. Мой собственный блокнотик. Твой собственный? Мой собственный. Но это еще не все. Вау! Лена, спасибо! Сара так любит вот такие рюкзаки, антистресс. Русалочка. Скажи, Сарочка, спасибо. Спасибо. И здесь самый кулярный подарок. 99% русалка. Hand cream. Круто. Вот такой вообще рюкзак клёвенький. Очень красивый рюкзак. Может, я вам помогу? Сейчас я себя вдруг испортишь. Ага, ага. Не раскрывай здесь. Итак, это у нас краски для волос. Ура! Разные цвета. Посмотрите. Это специально для меня. Но здесь нету красного. Ой, вообще. Но тут, ну, здесь более пастельные тона, красивые. Рыба большое. Ты рада? Да. Видишь, у тебя день рождения даже еще не наступило, уже два подарка есть. Happy birthday, Сара! С днем рождения, Сарочка! Пусть исполнится все твои желания, здоровья, радости, успеха тебе. With love, Лена! Лена, спасибо! Чересчур много. В общем, вот сам гриб, камбуча, из-за которого все началось. И я люблю этот напиток, он в Америке очень популярный, но на самом деле это простой чайный гриб. Помните, как бы раньше мы это пили, ели, там, не знаю, пили в 3-литровых банках, мамы наши делали, как сказать, мариновали, заквашивали его, не знаю, заливали водичкой вроде как. Тут инструкция, но я почитаю, как это все делать. И вам потом покажу, что у меня будет получаться. Но я пью вообще его с удовольствием. Он очень полезный для нашего организма. И нужно пить регулярно. Я уже столько видео снимала, а это лишь только мой первый подписчиный подарок. Подписчиный. А мы заехали в аптеку CVS. Здесь тоже разные рождественские темы. Уже все, люди готовятся к Рождеству. Хотя еще месяц, полтора месяца, да, а не, хотя ближе. В общем, вот что у них есть. Ассортимент огромнейший, как на Хэллоуин. Я так бегло сейчас покажу. Это просто игрушки. Вот эти классные штуки люблю. Мило, да? А здесь уже пошли разные игрушки, елочки. Носочки на елке. Классно. Мне нравится. Какие большие крупные игрушечки. А вот на дверь они любят вешать. У меня до сих пор, кстати, на двери Хэллоуин висит. Надо снять. Снежинки. Это в аптеке то, что продается. В аптеке, вот, чтобы вы понимали, продаются игрушки, вон алкоголь и еда, вон полные холодильники. Как в Японии. В Японии тоже такие аптеки есть. Подарочная упаковка. Что я купила в аптеке? Помните, я показывала, как я лицо брею? Так что они тут продаются, кстати, эти бритвочки, но я купила другое попробовать. Это вот такой аппаратик маленький, он на батарейках идет. Тоже зубчики такие необычные. В общем, попробую, не знаю, видите, для вот этих всех частей. И жвачка очень мне нравится. Вот этот... И еще мне нравится вот эта жвачка. У них разные вкусы. И они очень-очень классные здесь в Америке. $5 стоит упаковка. Прикол, да? Очередной вечер с Синемуд. Это моя вот старенькая модель. Я буду сейчас проецировать на стене мультфильм. В общем, обожаю мультикубик. Это коробочка с огромным количеством мультфильмов для детей. И в новом кубике, я вам его скоро покажу,
будет приложение Мульт, и каждый владелец мультикубика получает 1 год бесплатной подписки. Это значит, что новые серии мультфильмов будут в нем появляться как бы раньше, чем на телевидении и интернете. Это вообще как бы такой вот эксклюзив будет от телеканала Мульт. Вот, там будут более 600 мультфильмов и вообще всего-всего. И это очень безопасно смотреть деткам, как бы нет такого напряжения на глаза, как айпады или телевизор. Можно брать с собой в поездку, я уже говорила про то, и мне очень нравится. Звук хороший и качество отличное. Смотреть можно не только с ребенком, но и с друзьями, если какая-то вечеринка. Вообще, как бы классная штука. Вот. И этот кубик у меня подружка очень хочет, я ей его перепродам. А себе вот заказала новый, так что скоро ко мне приедет новенький кубик. Будем ждать обзор. Сейчас покажу вам фрагмент мультфильма.